Работы по замене тротуарной плитки на проспекте Аяйра были начаты в декабре прошлого года. Первая бригада, нанятая подрядчиком, оказалась неквалифицированной и начала работы с нарушением технологии. Пришлось приостановить работы и заменить бригаду. Сегодня работу выполняют две бригады. Им пришлось даже переложить плитку на небольшом участке перед зданием администрации. Это и объясняет, почему на маленьком отрезке работы затянулись надолго. Теперь все пойдет гораздо быстрее, уверены городские коммунальщики. Первый квартал – это участок от проспекта Леона до улицы Айтгалара почти обновлен, а он самый большой и сложный. Его протяженность – 130 метров. По словам начальника коммунального управления Сухума Елены Отепиной, в ходе обновления плитки было выполнено много непредвиденных работ. К примеру, полностью были заменены внутренние водостоки. По всему зданию, это именно на стороне, где находится администрация, сделано водоотведение, внутреннее водоотведение. Противоположная сторона, там водосток имеется, мы его сделали ремонт, дополнительную трубу с дворовой территории отвели воды, поэтому там колоссальная работа в принципе проведена и выполнены работы по ремонту водопроводной сети, потому что когда мы вскрыли, то увидели, что она превратилась уже в негодность. Работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией. Вначале кладут подстилающие слои с уплотнением. Так как почва здесь увлажненная, добавляют смесь песка и цемента. Обязательное требование – сохранить архитектурный вид города. Поэтому оставили старые отмостки. Это, как говорят специалисты, предварительная укладка. После чего будут произведена так называемая мешовная затирка. Так что это еще не окончательный результат. Много критики прозвучало по поводу закупленной в Турции тротуарной плитки. Дескать, у нас есть свои предприятия по ее изготовлению. Дело в том, что городские власти не устроила цена, которую запросили местные производители. Во-первых, цены все почему-то завысили. И на период переговоров плитка из Турции оказалась дешевле, чем у местных производителей. И немножечко качество, если вы видите, отличается. То есть у местных производителей такой плитки нет. Она имеет травмобезопасное покрытие. Это то, что сейчас применяется в мировой практике. Рабочие уже провели мониторинг двух ближайших кварталов, обнаружили протечку и устранили ее, произвели ремонт колодцев. Здесь уже можно класть новую плитку. Глубокая обрезка камфорных деревьев открыла весьма неприглядную панораму на проспекте. Фасады старых зданий нуждаются в срочной покраске. По словам сотрудников администрации, глава города Адгур Харази изыскивает средства на проведение ремонтных работ. После замены тротуарной плитки планируется озеленение улицы и обновление мусорных урн. К началу курортного сезона горожане и гости столицы смогут расхаживать по новому и красивому проспекту Аяйра. А пока придется потерпеть. Эсма Джигирба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.